Зачем это все, зачем? По кругу огонь, по новой. Ты просто одна из схем. Все собрано и готово. Я вдруг подумал, а как ты вот отличишь украинца от русского, если он не говорит, что он украинец, и говорит по-русски? Это не война, нет, ни в коем случае. Это бойня. По нашему с тобой желанию это не остановится. Вы говорите, что у вас есть какие-то документы? Покажите. Покажите. Я не видел ни одного документа. Я слышу только слова. Я хочу это видеть. Покажите, пожалуйста. Убедите меня. Почему я должен верить вам на слово? За кого вы меня держите? Гражданин Путин, он же житель этой же самой страны. И я так понимаю, что он тоже сам не, еще больше жертва пропаганды, потому что его профессия была в том, чтобы искать врагов вот этой великой родины. Вся его жизнь – это спецоперация. Это такой сладостный яд, потому что это освобождает тебя от всякой личной ответственности. Ты просто прав, потому что ты прав. Потому что мы русские. Ну вот что ты с этим поделаешь? Ты можешь меня посадить, можешь меня закрыть, можешь меня не лишить всего, работы, чего угодно. Ты же меня не лишишь меня. Я просто говорю то, что думаю. Я такой же гражданин Российской Федерации, как и те люди, которые там призывают лишить гражданства тех, кто думает иначе. После, 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 после он летит и возле снова, 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 снова день, ночь, сны без снов, а помнишь, 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 он идет, ты тонешь, время, 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 время. Ты знаешь, что в украинских пабликах есть таблички, в которых про русских артистов написано «высказался за войну», «высказался против», «никак не высказался». Теперь знаю. Ну, можно было предположить. Почему так ждут именно от артистов и от вот, деятелей культуры какой-то позиции? Слушай, ну, очень хорошо Данилка по этому поводу сказал, который Сердючка. Он сказал, что я ненавижу говорить о политике и не хотел бы. Но я публичный человек. И я понимаю, что я должен. Я должен. Просто ты про себя так считаешь? Да, в том числе. Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло, их не догнать, уже не догнать. Ну вот. Пришло время просто. А ты знаешь, что Цоя пели в Лужниках? Полина Гагарина пела песню «Кукушка». Ну, пела и пела. Она и до этого ее пела. И ничего, никого это не смущало. Мне просто это не нравится чисто стилистически. Я никогда не был поклонником ее таланта, если он есть. Ну, а что? Песня, она, в общем, актуальна для тех и для других. Она же антивоенная, на самом деле. Мне кажется, она не антивоенная. Она какая-то прожизненная. Песня еще не написана. Скользкая кукушка, пропой в городе между жителями выселка, камнем лежать, горит звездой. Это вопросы про будущее, про экзистенциализм, про «а что меня ждет-то?». Это очень личная песня, она не антивоенная отнюдь. Я не думаю, что Цой, как рассказывает Каспарян, да, там, как они где-то были под Ригой, где-то он же это писал, записывал как раз незадолго до смерти, если я правильно помню. Что он ушел очень надолго, там была какая-то подсобка или сарай, они вместе отдыхали. И Каспарян говорит, что я чувствовал, что-то он пишет такое, чего вот до этого не писал. И это была песня очень личная. Она очень личная. Она, я не думаю, что он шел с мыслью. Пойду-ка я напишу антивоенную песню. Просто контекст сегодня такой, что она так воспринимается. Или иначе, это очень личная песня. В городе мне жители на выселках, камни мне. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые голову сложили в поле, в бою. Это же не только реальный, ну, какой-то реальный бой, это бой. Вся жизнь, в общем, это бой с самим собой. Очень многие артисты не высказываются вообще никак, потому что они говорят, ну, в частных разговорах, что это закроет им карьеру в театре и в кино. Понимаю. Это угроза действительно существует? Существует, конечно, безусловно. Ну, ты хотя бы раз с этим сталкивался?
Лично я нет, но я и не высказывался никогда. Наверное, из того из всех публичных людей, самый непубличный, у меня нет тоже потребности. Я это вкусил, да, вот это у меня был там какой-то мамин взлет. А дальше у меня просто не было такой потребности там не давать интервью, ни каким-то образом лишний раз там светиться. Хотя я понимаю, что с точки зрения там интертеймента, с точки зрения карьеры это необходимо и важно. Ну, а мне нет. А что изменилось? Вот сейчас мы сидим, разговариваем, и это не частная беседа. Это интервью. Все изменилось. Кровь пролилась. Случилась катастрофа, все рухнуло. Пепел, дым, вонь, слезы. Ужас. Просто ужас. Все изменилось. И... Понимаешь, вот чуть-чуть издалека начну, благо время есть у нас с тобой. Моя бабушка и дедушка по отцовской линии, киевские, еврей, абсолютно фанатично влюбленные в Сталина и в Советский Союз. А по маминой линии моя бабушка родилась 7 декабря 1937 года. Ее отца забрали 27 октября 1937 года, в день моего рождения, через много-много лет. Она писала диссертацию по Солженицыну. То есть я долгую часть жизни прожил между двух полюсов. И даже подростком стал, доходило просто до ну, не до физических, но до кровопролития такого духовного. И с той стороны, и с другой. Потому что я любил всех, и они любили меня. И то, что они были такими, ни в коем случае, да, их не осуждает или не делает какими-то там неприкасаемыми или чумными ни в коем случае. Они были прекрасные люди, умные, интеллигентные. Ну вот там... Я сейчас, конечно, стал все это особенно остро вспоминать. Там дедушка болел за киевское «Динамо», а я за «Спартак». И дедушка был очень творческий человек. Например, песню вот эту «Шавл Малахин», он ее, значит, переделывал тогда еще в кричалке, в запивы, значит, в честь киевского «Динамо». Он пел «До перемоги, кияны, буду с вами, мы с вами». А меня это дико злило, конечно. Я помню, что там 1989 год, золотой матч чемпионата Советского Союза по футболу, «Спартак», «Динамо», «Киев», 87-я минута, Валерий Шмаров забивает со штрафного гол, а мы сидим вместе смотрим этот матч. Я болею за «Спартак», он за «Динамо» Киев. И я помню, как он не матерился никогда. А как он поносил, значит, тогдашнего вратаря «Динамо» Киев Виктора Чанова. А, кричал, что Чанов дырка и так далее. И я помню это ощущение чего-то очень родного, естественно, да, и теплого. И там какие-то выражения из серии. Там, «Нехай буде гречка, как бы не суперечка», говорила мне бабушка. Там, все это было для меня родное. Мое родное, да, как... В фильме, который сегодня тоже совсем по-другому зазвучал. Это все мое родное, всех люблю на свете, и это родина моя. Только это правда все была моя родина. Все, вот это вот была моя родина. Потом, когда я стал постарше, я с отчимом ездил в Закарпатье. В лингвогеографические экспедиции. Мой отчим Сергей Львович Николаев, доктор филологических наук, действительно большой ученый и уникальный человек. Вот ездил, собирал людей. Это были страшно голодные времена, там, типа 97-й год, 98-й. Ну, и все эти города я помню, от Конотопа до Чопа. Как мы ехали на поезде. Мукачево, Ужгород. И потом самое яркое у меня воспоминание осталось о селе Синевир. Это то, из чего я состою. Эти горные речки, эти сплавы с этими пастухами, значит, синевирскими на баллонах по горной реке. Первый раз я в жизни там выпил водку, чуть не помер. Меня, значит, отпаивали эти селяне марганцовкой в больнице, там местность с 4-метровыми потолками. Потом я отлеживался на медвежьей шкуре, вернее, на зайчих, под медвежьей. И, значит, первая любовь, там, девочка Маруся, с которой я переписывался. И ходил с ними по утрам в горы пасти коров. И их папа и мама собирали нам, вы знаете, в банке картошку там с чесноком. Это до сих пор самая любимая моя еда, причем не жареная, а вот
такая сваренная с вечера и утром там, типа подогретая с чесноком. Мы с братом, с сыном Сергея Львовича, с моим сводным братом, с Антоном Николаевым, он художник, концептуалист. Вот. Ну, это сейчас. А тогда чего? Он был реально мне как брат. Там мы бегали, ловили бабочек еще параллельно по горам, по синевирским, по закарпатским. Потом мы с ним и с его женой поднимались на самую высокую гору. Я был на самой высокой точке Украины. Блин, я был на горе Говерла. Мы вдвоем там стояли и все вот это вот обозревали, всю эту красоту бесконечную. Я там был, я это видел. И говорить о том, что там кто-то кого-то, там русский язык, не русский, это вообще какой-то бред. Никто на это никак в жизни внимания не обращал. Более того, я научился там по-украински разговаривать, потому что забыл все, конечно. Вот, ну, понимаете, до сих пор понимаю. То есть это и в меня стреляют тоже. Поэтому нельзя молчать. Американского предпринимателя Фрэнка Вулварта можно назвать отцом-основателем современного ритейла. Он перевернул представление о том, как должны продаваться товары, и придумал базовые принципы распродаж, которые до сих пор применяют по всему миру. В 1879 году Вулвард запустил свой собственный бизнес, который в итоге вырос в одну из крупнейших торговых сетей 20 века – F.W. Woolworth Company, а ее символом стал построенный в 1913 году в Нью-Йорке небоскреб Woolworth Building – самое высокое на тот момент в мире здание, которому Владимир Маяковский посвятил вот такие строки. «Бродвей сдурел, бегня и гулева, дома с небес обрываются и висят, а между ними, заметишь, Woolworth – корсетная коробка этажей на 60». Продажи в интернете тоже очень сильно изменили ритейл-индустрию. А один из самых выгодных форматов интернет-шоппинга – клубы распродаж. Например, Чики-Рики. Он работает с 2013 года, и цены здесь намного ниже, чем на маркетплейсах и в обычных магазинах. В отличие от маркетплейсов, в клубах распродаж представлены только акционные предложения от производителя. Они краткосрочные, но размеры скидок стоит того, чтобы следить за текущими акциями. С подпиской цены еще ниже, а интересных предложений еще больше. Так что можно исследовать новые бренды и регулярно покупать одежду и товары для дома по приятным ценам. А еще недавно Чики-Рики исполнилось 9 лет, и в честь этого по промокоду Гордеева стоимость подписки на первый месяц будет всего 9 рублей. Переходим по ссылке в описании, присоединяемся к клубу распродаж и пробуем выгодный и удобный шопинг вместе с Чики-Рики. Ты видел, наверное, как люди, которые выходили на митинги, потом лишались ролей. И оказалось, да, что артисты – это, ну, как учителя, как врачи, как бюджетники. Они очень сильно зависимы от того, что они говорят. Ну, артисты же тоже люди. Это все такие же, как и все остальные, поскольку они работают... Чуть больше им всегда позволялось все-таки. Ну, теперь перестало позволяться. А что? Ну, было так, стало по-другому. Как только граждане Российской Федерации, там, временно замещающие государственные должности, поняли, что это представляет какую-то угрозу, именно потому, что публичных людей слушают, к ним прислушиваются, потому что часто, зачастую они говорят то, что думают, а не то, что надо говорить. Вот и до них руки дошли. Ну, тогда всех дойдут. Тут не надо иллюзий питать никаких абсолютно. И в конечном счете я для себя внутри делаю выбор. Я сохраняю свой бытовой комфорт и свою возможность профессионально реализовываться сегодня. Но не смогу просыпаться сам с собой завтра. Или я чего-то лишусь сегодня, но мне будет не стыдно, как это не банально, смотреть в глаза самому себе и своим детям. Они вырастут и спросят: папа, а чего ты молчал-то? Ты же мог говорить, почему ты молчал? Хорошо, но есть же те, которые все знают, все понимают, на кухнях обсуждают, но в публичном пространстве ничего не говорят. Они боятся. Их можно понять. Им страшно. Им есть чего бояться. У них есть для этого основания.
Все основания для этого есть. Есть чего бояться. Это не химера. Это реальность. Ну, если все будут бояться, то никто и не скажет. А все не боятся. Кто-то и говорит. Мы разговариваем. Нужно понимать, что это тоже наши люди. Нельзя от них отрекаться. У нас нет других людей. Это тоже русские люди. Это наши люди. Потому что если мы будем от них отрекаться, тыкать в них пальцем и осуждать их, чем мы тогда будем отличаться от тех, которые тыкают в нас пальцем и говорят, что мы предатели, пятая колонна, и с нами вообще разговаривать не о чем, что общество должно нас выплюнуть и очиститься. Чем мы тогда от них отличаемся? Тогда мы такие же, как они. Вообще, героизм – это аномалия. Ты вообще много сегодня можешь назвать людей, которые говорят, находясь здесь? Здесь находясь, не там. Не там, где безопасно относительно. Ну, назови. Вот много ты их, можно, по-моему, по пальцам одной руки пересчитать. Венедиктов, Муратов, ну, вот Шульман была, уехала. Ну, Цыганов. Кто еще? Кто еще? Ну, Навальный, но он сидит уже. Юдин, твои герои, Хиджакова. По-моему, кончается потихонечку список. Но это еще люди публичные. Они же тоже чувствуют страх, что думают, мне страшно. Конечно, тоже страшно. Но у них есть не то, что подушка безопасности, а у них есть некое успокоительное в лице тех людей, которые их поддерживают. И они эту поддержку ощущают. А вот обычный человек, а самый обыкновенный, которого никто не знает. У него там 100 подписчиков в Инстаграме. Он все понимает. Ну и что? Он сейчас напишет «Нет войны», и он понимает, что от него следа не останется. А у него ипотека, винотека, пинокотека и все эти радости жизни. И 3 детей. А он обычный инженер какой-нибудь. Или айтишник в средней руке. Что, как поможет Украине или остановке этой бойни? Как поможет то, что он выскажется публично? А лишит его всего. Поэтому он боится. Конечно, боится. И правильно делает. Потому что масштаб катастрофы таков, что ее уже не остановишь постиком в Инстаграме. Да и даже нашим с тобой интервью, по большому счету, тоже. Поэтому не нужно от этих людей отрекаться. Это неправильно. Мы такие, у нас таких других не будет. Здесь нет героев. Они есть там, наверное, на войне. Но их мало. Героизм – это аномалия. Героизм – это мифология. Муратов – это аномалия. Поэтому мы так любим героев. Поэтому мы так на них равняемся. Поэтому мы им верим. Потому что вообще нормально для человека выбирать наиболее комфортный для себя вариант действий. Вот если бы посадить кого-то сюда, кто думает иначе, или боится, и не под камеру, а вот так вот посадить, поговорить. Может быть. Но это один человек. А нас 140 сколько-то миллионов. Минус те, что погибли на войне. Поэтому да, вот с этим совсем. Вот с этим совсем, что мы натворили. И хорошего, и плохого. Вот с этим совсем сесть и разговаривать. Потому что если ты от всех отречешься, с кем-то останешься. А сейчас это невозможно. Людям страшно. Война – это страшно. Это очень страшно. Даже здесь. А там я даже не представляю. Мы не можем до конца представить себе, что это такое. Потому что когда ты видишь эту мать, которая видит своего ребенка в какой-то сливной яме, там на заправке. И орет, она воет. Никакое кино так, это... Сейчас не до покоя. Покроется льдом залив, кутают землю листья, безмолвенный говорлив, ножом или тонкой кистью изрезал, нарисовал, глаголом или молчанием на славу и на повал.
Довольно важно, что все, что ты сейчас говоришь, ты говоришь здесь, сидя в Москве. Да, конечно. Ты не уехал. Нет. Еще те, кто молчал, перестали молчать, а те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. Ну, каждому свое. Я не могу ни за кого говорить. Особенно сегодня. Не осуждать, не одобрять, не поддерживать. Буквально, я имею в прямую. Потому что те, кто думают так же, как и я, или похожи на меня, если они чувствовали одиночество, они почувствуют, что они не одни. Здесь ли они или там ли. Понимаешь, там тоже кто-то должен быть, потому что взгляд оттуда, он тоже важен. И взгляд не посторонних людей, не людей, которые здесь не были никогда, а людей, которые знают, что здесь на самом деле происходит. Не хочется, чтобы это выглядело как оправдание, потому что не об этом речь вообще. Я понимаю, когда люди там говорят, ну идите, выходите, почему вы не выходите? Почему вы не выходите? Ну, потому что вы здесь не живете. Я выходил. Я думаю, что в принципе все началось, когда случилась знаменитая рокировочка, слишком мягко сказать, ну, не хочется просто материться. У меня был полный ощущение, что меня просто обманули, нагнули. Думаю, как у большинства. Я выходил. Я был на Первоболотной. И ты знаешь, я шел туда с ощущением, что что-то изменится. Но когда я туда пришел и слушал тех, кто выступает, пусть меня там, не знаю, проклянут, растопчут, неважно. У меня было полное ощущение возникло, когда они кричали с какой-то совершенно нечеловеческой одержимостью. «Россия будет свободна!» У меня было полное ощущение, что разницы между теми, кто здесь, и теми, кто там, никакой. Я не знаю, почему. Власть. Людям нужна власть. И тем, и другим. Другое дело, что, наверное, потом, если бы все пошло по-другому, опять же, огромное количество случайностей на пути, эффект бабочки там и так далее. Может быть, потом как-то какой-то более масштабный, что ли, человек, более великодушный по отношению к самому себе, наверное, ему хватило бы воли самого себя обрубить и остановить, и сказать, хватит, хватит. Власть разлагает, власть убивает тебя как человека. До определенной степени. Ну, это как, я не знаю, работа на каком-то вредном производстве. Есть какой-то момент, когда надо сказать «стоп». Потому что потом процессы становятся уже совершенно необратимы. То есть до определенного момента ты жертвуешь собой ради страны на галерах. А потом, если ты вовремя не бросил весла, не сошел на берег, то ты начинаешь жертвовать страной ради себя. Вот, поэтому да, и у меня возникло тогда еще ощущение какой-то обреченности. Ну хорошо, что? Вот мы вышли, мы сказали, вышли раз, вышли два, вышли три. И что? Прошло там сколько? 11 лет? Что мы имеем? Мы имеем то, что имеем, а люди сидят в тюрьме. Им плохо, им очень плохо, их близким плохо, и их детям плохо. Ничего хорошего там нет. Но да. Мы имеем хуже, чем мы имели в 2011-2012 году. Конечно, хуже. Но мы все это время люди продолжали выходить. И продолжали говорить, и продолжали бороться. Их было все меньше и меньше и меньше тех, кто продолжал. Это естественно. Никто не хочет себе вреда причинить. Война – дело молодых. Чем старше человек, тем больше у него сдерживающих факторов, тем больше у него опасений и обоснованных опасений за себя, за своих близких, он уже за кого-то отвечает. В 18-20 лет ты пойдешь и попрешь, и отсидишь, и будешь горд. А в 32 уже задумаешься. У меня дети, у меня работа. Ипотека. Ипотека. Но ты не выходил не из-за ипотеки и не из-за страха. Я тебе объясню, почему я выходил. Я выходил, потому что у меня было ощущение, что меня... Ладно, натернусь один раз. Что меня просто наебали. Просто грубо, нагло, цинично наебали. И у меня внутри был вопрос, как бы, за кого вы меня принимаете?
за кого вы меня принимаете? Это вот для кого все вот это вот запятая, не запятая? Это вы кому все рассказываете? Это была личная обида, оскорбление. Меня это оскорбило и унизило. А потом? А потом я понял, что... Ну и... И ладно. И твои проблемы. Никого ебет чужое горе. Никого. По большому счету, никого, особенно с учетом того, что стали набирать там мощность соцсети, да, в которых можно было создавать свой мир. Свой идеальный мир, который позволял тебе, в общем, большую часть жизни не смотреть в окно. И в этом идеальном мире своем быть лучшим, быть главным, каким угодно, каким ты хочешь быть. И эта сублимация, эта иллюзия, конечно, сыграла... Но, опять же, это неизбежность. Я не знаю, как сказать, но у меня было полное ощущение, что все это безнадежно. Это безнадежно. То есть, что можно с этим сделать? С этим можно сделать только одно. С этим можно сделать то, о чем нельзя говорить. О чем лучше не говорить вслух. И должны это делать те, кто могут это делать. Но те, кто могут это делать, делать этого не хотят. А те, кто хотят это сделать, сделать этого не могут. И все. И вот мы пришли в февраль 22-го это, года. Нет, мы еще не пришли в февраль 22-го года, потому что это чувство появилось, но оно еще не утвердилось во мне. Потом была история, по-моему, с Навальным. Уже не помню. У меня, честно говоря, слилось все это в голове, потому что я... В один большой митинг. Нет, не в один большой, в несколько. Но это какой-то был еще один митинг на Пушке. Я пошел просто погулять. Уже не на митинг, а просто посмотреть, что происходит. И на моих глазах сотрудник органов правопорядка начал винтить журналиста. Я вписался за него, вписался, отмазал, потому что меня узнали. Вот она, опять же, польза популярностью. И сказали, ладно, но типа ты иди давай. Тогда еще, по сравнению с сегодняшним днем, это было еще более-менее вегетарианский. То есть что-то человеческое, что-то откликалось. И потом я разговорился с этим, значит, капитаном был или подполковник. ОМОН. Я говорю, а что вы? Ну вот люди хотят, конституция, люди хотят, имеют право, они вышли, им не нравится. Чего вы так переживаете? Он мне говорит, а если они на Кремль пойдут? Я говорю, подожди, ну вот когда пойдут, тогда будет другое дело. Думаю, что он меня не услышал, конечно же. Вот такой был разговор. Праздный. Ну, такой. Потом я вписывался, уже никуда не ходил, а выкладывал в Инстаграм, вписывался за этого парня, актера. Паша, не помню. Устинов, по-моему. Устинов. Да. Я понял, что я как личность не хочу к этому иметь никакого отношения. К этому, к такой форме существования. И пока у меня есть возможность... от этого уклоняться, я буду уклоняться. Мне есть чем заниматься, я буду заниматься своим делом. Ха-ха, наивно полагал я. Живя с этим ощущением, ну, естественно, мы никогда не прорабатываем плохие сценарии до конца, да, вот в быту, в повседневности, никогда. Мы их бросаем. И основная моя мысль была, что ну, это же просто, ну, есть ход времени. Просто, окей, если мы не можем победить это, значит, время это победит. Просто время. Слава богу, я еще молодой. И моя задача просто пережить это. То есть просто где-то сниматься, что-то делать? Ну, не так, что совсем закрыться. Нет, конечно. Ну, понимаешь, когда ты слушаешь там, на протяжении там, года или полутора «Эхо Москвы» и каждый день говорят, что ну вот-вот, ну вот сейчас, ну вот уже все, ну это уже все, вот это уже все, вот все, ну а теперь уже точно все. Вот теперь, вот завтра, все. Вот, а вот это уже вилы полны. И когда ты полтора года каждый день это слушаешь, а ты выходишь на улицу, потому что ничего не меняется. Как выходят сейчас эти ребята, отдельные, героические абсолютно, с этими плакатами, с этими звездочками или с белыми листами. Ничего не меняется. То есть для них меняется. А глобально нет. Потому что пока все это было в каких-то рамках цивилизационных, более-менее, это можно было терпеть, но
и горделиво, понимаешь, от этого отстраняться, и вот с высоты своего ха-ха-интеллекта, вот как бы, ну, даже как-то просто брезговать. А что тебе остается, когда на тебя несется лавина? Что тебе остается? Либо отойти в сторону, либо сидеть на месте и ждать, что, ну, там тебя не коснется. Потому что как бы природа толпы – это абсолютно такое же стихийное бедствие, как любое другое. Это тоже огромное количество энергии, с которой ты не можешь совладать. Вот мы сейчас с тобой сидим, говорим, мы поговорим, и я буду чувствовать себя лучше, ты будешь чувствовать себя тоже хорошо. А это не война, нет, ни в коем случае. Это не война, это бойня. Это террор. Настоящий такой, породистый такой уже, породистый прям террор. Это не остановится. По нашему с тобой желанию это не остановится. А объединиться мы уже не в состоянии. Уже сейчас не в состоянии. Поезд ушел, а вопрос, был ли поезд. Был ли поезд вообще? И вот мы приходим там, в февраль, условно говоря. Может, я что-то пропустил. Но, в общем, это чувство накапливает. Чувство обреченности. Обреченности. То есть того, что именно этим кончится? Или чем-то подобным? Не этим, но что кончится крахом. Кончится катастрофой. Мне это было понятно где-то году в 15-м уже. Ощущение у меня такое было. Опять же, я не хочу сейчас показаться каким-то задним числом, каким-то пророком. Достаточно иметь просто глаза и уши для того, и немножко знать свою историю. И вот тут мы приходим в февраль 22-го, когда я проснулся, открыл, и все. Жизнь кончилась. Это была катастрофа. Слово было одно. Катастрофа. Катастрофа. Все сгорело. Пепел. То есть ты считаешь, что не было вообще ни одной точки, в которой все это можно было изменить? По моим ощущениям, нет. Которая от нас что-то зависела? По моим ощущениям, нет. Я объясню, почему. Угу. Тоже, естественно, стал об этом много думать. Почему-то, опять же, во всех вот этих вот разговорах сегодняшних мы абсолютно, ну, во всяком случае, из того, что я видел и слышал, абсолютно исключается... Я ни разу не услышал слово «вера». Объясню, в каком контексте. Вера, надежда, дальше идет и любовь. Они же всегда вместе рядом. Мы ему поверили. Как ты веришь мужчине? Когда он говорит: «Я люблю тебя, все будет хорошо, у нас будет прекрасная жизнь, новая, и теперь...» Я сейчас тебе поверю. Раньше мы жили... Счастье мое, ты одна и другой такой нету. Жили мы бедно, хватит, будем жить светло, как пел Борис Борисович. Угу. И мы ему поверили. Ему это ты имеешь в виду Владимиру Владимировичу Путину? Да, гражданин Российской Федерации Путину, ВВ. Да, совершенно верно. Вот. Мы ему поверили. И ведь до 2008 года, в общем-то, в нашей совместной жизни все было хорошо. По-разному. Ну, относительно сегодняшнего дня, можно сказать, что все было вполне себе неплохо. Ну, камон, слушай, были две Чечни, хорошо, одна не его. Был Норд-Ост, был Беслан, были взрывы домов, была Грузия, была Абхазия. Я совсем был далек от этого тогда, я был там в 2004 год, я студентом был. Я смотрю сейчас на ребят молодых, они идут по улице, и им вообще насрать, что происходит. Я вижу это в их глазах, они так заняты друг другом. И своим будущим, которое они все равно видят, пока здесь бомбы не рвутся, не дай бог. Пока здесь не стонут дети под обломками. Пока здесь не загрохотало. Им нет до этого дела, и это нормально. Это нормально. Они не чувствуют этого страха, они не чувствуют, у них нет этого ощущения. Поэтому мне было все равно тогда, абсолютно в принципе. Ну, чего-то там, о чем-то стал задумываться, еще раз тебе говорю, вот 2012 год. Ну, как бы, все равно, ты понимаешь, если ты человеку один раз поверил, по-настоящему поверил, то дальше каждый раз, грубо говоря, когда он тебя бьет или обманывает, ты надеешься, что это последний раз. Ты его все равно любишь, и ты ему все равно будешь верить. А дальше уже называйте это как хотите, я не знаю, стокгольмский синдром, какой угодно, но все, все.
8 лет ты живешь с человеком, и он говорит тебе, ну все, разводимся. Условно говоря, расходимся. Потом он выходит в дверь, приходит другой, а потом он возвращается. А из этой квартиры ты выйти никуда не можешь. А он возвращается и говорит, не ждала. А это я. А это я. И куда ты денешься? А у этого я не просто есть желание быть с тобой. А ему плевать, хочешь ты этого или нет. На твою добрую волю ему уже плевать. Он хочет. Потому что он – это ты. Россия в скобочках. И как бы твой жалкий писк – подожди, подожди, я тоже Россия. Не. Ну, конечно, тоже. Ну, нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Куда ты денешься? Куда? Все. Ты в заложниках. Мы в заложниках. А когда ты в заложниках, ты что? У тебя есть два варианта. Либо бежать, если ты можешь. Либо оставаться и любить. Такого, какой есть. И песни петь хвалебные. Чем больше ненавидишь, тем громче песни. Тем сильнее эти публичные выражения любви и преданности. Много говорят о том, что в большинстве своем люди поддерживают то, что сейчас происходит. Во-первых, не все. Нужен очень спокойный, очень вдумчивый, уважительный и паритетный, что называется, разговор. Почему так произошло? Ну, с моей точки зрения, это, конечно, невежество, в первую очередь, отсутствие просвещения, отсутствие вот инъекции знаний, инъекции правды, которая дает иммунитет, да, защиту от этого эмоционального наркотика. Это же наркотик, это эйфория по поводу собственного превосходства. И в это очень легко впасть. Несмотря на то, что сегодня мир изменился, действительно, нельзя сравнивать фашистскую Германию с тем, что сейчас происходит. По многим причинам. Во-первых, потому что экономический рост немецкий был какой-то запредельный. Люди действительно стали жить лучше, намного лучше. Но и потому, что тогда люди действительно многого не знали. Просто не видели. Сейчас мир настолько прозрачен и открыт, что скрыть ничего невозможно. Поэтому любая, в общем, такая идея превосходства, она, конечно, рассыпается очень быстро, потому что, опять же, она ни на чем не основана, кроме чьих-то желаний. Быть лучше не потому, что ты что-то делаешь, а просто потому, что ты там живешь в самой большой стране, или в самой красной стране, или в самой зеленой стране, или в самой маленькой стране. Все мы так хотели свободы и так не хотели отвлекаться на какую-то там политику. Все мы, я, окей, я неправильно, видимо. Что мы прохлопали этот момент. Люди не знают правды. Они знают только миф, который очень активно насаждается. Но это как с наркотиками. Это нужно просто переломаться, да. Нужен эффект, какой-то момент переломки. То есть, грубо говоря, вот выключить сейчас телевизор на 2 недели вообще. Вообще выключить. Все очень быстро изменится. 2 недели и... Ну, может быть, не только выключить телевизор, но и включить что-нибудь другое. Когда все это началось, я включил «Россию 24», просто чтобы понять, что там. Неделю, наверное, смотрел. Параллельно, конечно, и другую точку зрения изучаю. Потому что, если ты хочешь быть объективным, ты должен знать все точки зрения. Это, конечно, удивительно, что они себя сами лишают этого инструмента. Это уже, наверное, вопрос чисто психологический. Реально, академик Павлов этим занимался. Вот как бы, когда вторая сигнальная система становится первой, когда слова становятся первичны. Он проводил эксперименты, писал об этом, когда там какой-то женщине показывали синий цвет и говорили, что это зеленый. И она раз говорила синий, два говорила синий, а на третий говорила, что да, зеленый. Да, это зеленый. Почему это происходит? Это вопрос
к специалистам. Это действительно какая-то проблема чисто, ну, как бы какая-то механическая, какой-то поломки в голове. Вот. Поэтому странно, что они себе этого лишают. Это тебе понятно, потому что все тогда посыплется к чертям, конечно, вся картина мира. Это зыбка, опять же, да, которая не стоит на земле, только на правде. Когда ты смотрел канал «Россия-24», были ли у тебя моменты сомнения в своей правоте? Не то слово. Это не моменты были сомнения. Я просто ловил себя на том, что это настолько сладостный яд вот этого ощущения абсолютной собственной правоты, потому что мы русские, и потому что Путин с нами, и потому что Путин всегда прав. Это такой сладостный яд, потому что это освобождает тебя от всякой личной ответственности. Моментально, раз в секунду. Ты просто прав, потому что ты прав. Потому что мы русские. Ты прям чувствуешь этот вот сладкий дымок отечества. А ты не думаешь, что а может быть, я не прав, может быть, меня кто-то ввел в заблуждение? Нет, не думаю. Что там факты? У тебя же есть глаза и уши. Понимаешь, если мне начнут рассказывать, что ты не женщина, а мужчина, я же вижу, что ты женщина. Есть определенные там признаки того, что ты женщина. Вполне определенные. Не все так однозначно. Да. Да, и вот эта позиция, что не все так однозначно. Тут слышал я от одной девушки, что хорошая девочка, умная и все, в общем, понимающая. Но прошел месяц, и в какой-то момент она вдруг стала говорить, вообще, а почему вот они так себя вели? А вот не надо было так себя вести, ничего бы и не было. Я говорю, то есть, как бы, подходит к тебе мужик и говорит, я тебя хочу. Ты ему говоришь, нет, он тебя насилует, и как бы не надо было так себя вести, надо было соглашаться. Такая логика. А месяц держался человек. Сложно, очень сложно. Ну, опять же, есть какие-то очень логичные вещи. Если ты считаешь, что ты прав, что за тобой действительно правда, то что тебе скрывать тогда? Зачем тебе все запрещать? Зачем тебе все закрывать? Зачем тебе так истошно настаивать на том, что правильная точка зрения только одна? Хотя здравый смысл и вся история человечества говорит о том, что это неправда, это не так. И такие подходы вообще к формированию идеологии, они всегда заканчивались катастрофой. Всегда. Ну, если ты прав, что тебе скрывать тогда? Давай сядем, поговорим, давай это все обсудим, давай вместе откроем эту книжку, которую читал я и которую не читал ты. И вместе в нее посмотрим. Мы же с тобой из одной земли выросли. У нас одни корни. Что-то значит здесь не так. И смотрю туда. Во-первых, там просто другие люди. Они по-другому разговаривают. Они разговаривают по-человечески. Они просто разговаривают по-человечески. Они разговаривают с тобой. Потому что здесь ощущение, что люди разговаривают со своими демонами. Они просто не смотрят в окно. Там все открыто и прозрачно. Безусловно, там тоже, конечно, есть элемент пропаганды, но как без нее? Информационное оружие – это очень сильное оружие. И они отлично пользуются этим инструментом. Отлично просто. Просто отлично. Современно, мощно, убедительно. А главное, что они супер открыты. Супер открыты, насколько это возможно во время войны. Супер открыты. И я им верю. Я им верю. А им нет. Ну вот что ты с этим поделаешь? Ты можешь меня посадить, можешь меня закрыть, можешь меня не лишить всего, работы, чего угодно. Ты же меня не лишишь меня. Ты же меня не лишишь моего сознания. От того, что ты так поступишь, я буду только убеждаться в том, что я прав. Я не знаю, видел ли ты когда-нибудь детей в гробу? Мы с тобой вместе были волонтерами в больнице РДКБ. Я не знаю, может быть, мне кажется, что если ты хоть раз видел в гробу ребенка маленького, даже не от пуль ушедшего, а от болезни тяжелой, и его мать, стоящая рядом, у тебя в жизни никакая идея, даже самая священная.
Ребята, это же дети, как? Ну как? Никакая идея не стоит жизни человеческой, а тем более ребенка. В этот момент, конечно, все очевидно. Потому что до того, как все началось, они были живы. Никакая идея этого не стоит. Никакая идея не стоит. Даже капли крови детской. Вы чего вообще? Вы где? Вы на каком свете? Вы чего-то чувствуете еще? Вы мужчина вообще или кто вы? Вы кто? Вы же своих детей убиваете. Какая идея? Тонкий момент. Они тебе скажут, что своих они как раз защищают таким образом. Об этом можно поговорить. Вот я сегодня вдруг подумал. А как ты вот отличишь украинца от русского, если он не говорит, что он украинец, и говорит по-русски? А почему, если вы говорите о геноциде Донбасса, в официальной статистике, начиная с 2014 года по 2022, это официальная статистика властей вот этих вот образований, количество погибших от боевых действий неуклонно снижалось. В последние два года было 8,5 человек, по-моему. Это один вопрос. Вопрос второй. Почему на территориях, занятыми, не знаю, как вспомнить, пророссийскими войсками, был геноцид, а с другой стороны люди жили и не тужили? Хотя та же самая Донецкая область, та же самая Луганская область, Мариуполь тот же самый. Я вопросы задаю просто. Почему? А почему Харьков жил прекрасно, отстраивался? Я смотрю людей, которые рассказывают, как хорошо они жили, какой был прекрасный город, пока не пришли освободители. Но люди не живут там, где плохо. Они бегут оттуда. И я вижу своими глазами, что раньше там люди жили, а сейчас они оттуда бегут и гибнут там. Почему? Если за вами правда. Почему они там жили, а сейчас нет? Где мы были 8 лет? А где вы были 8 лет? Почему вы не забрали этих людей в Россию, если им там так плохо жилось, и геноцид по какому признаку-то был? Я не очень понимаю, по какому признаку? Русский язык? Но вот здесь граница и та же самая область, вот это то, что называлось линия соприкосновения. И там говорили по-русски, и там. Но от того места ощущение какого-то, просто какого-то кострища какого-то просто, а с этой стороны ощущение нормальной жизни. Ну и что вы принесли? Вы говорите, что у вас есть какие-то документы? Покажите. Покажите. Я не видел ни одного документа. Я слышу только слова. Вот там что-то Александр Григорьевич привез. Что? Покажите. Я хочу это видеть. Покажите, пожалуйста. Убедите меня. Почему я должен верить вам на слово? За кого вы меня держите? За кого вы меня держите, рассказывая мне вот это? Почему вы общаетесь со мной как с малолетним недоумком? Почему вы так себя не уважаете? Я гражданин Российской Федерации, такой же точно, как и вы. Так же точно в ответе за все происходящее. Покажите, докажите. Вы не доказательны. Эмоции... Слова – это не доказательство. Почему я должен верить вам на слово? Пока то, что я вижу, убеждает меня в обратном. Скажи, тебя история волонтерства в больнице сильно перепахала по-человечески? Сильно, очень сильно, да. Очень сильно. По моей юности и глупости просто я как-то
Овердоз случился. Слишком много потерь. Слишком все близко к сердцу, как свое. Они все были как братья, как сестры, как дети. Я всегда был очень детовитый такой, если можно так сказать. Ну, как я рано там стал старшим в семье и зарабатывал сам. У меня всегда тут обостренное чувство ответственности. И семья, много детей. Так что да, сильно, очень сильно. Ну, то есть настолько сильно, что вот даже мысль о том, чтобы пойти в больницу, сейчас причиняет такую боль. Ну, это, ты понимаешь, мы же начинали с тобой на заре, на самой, этого волонтерского движения. Все было это на голом энтузиазме, просто на чистой любви. Это потом уже появились все эти курсы волонтерские, где объясняли, как правильно вести, как не передознуться, да, как не выгореть. Так что я один из как раз выгоревших бесконтрольно, к сожалению. Это меня мучает до сих пор. Чему этот двухлетний больничный опыт тебя научил? Ну, в хорошем смысле тому, что детская жизнь – это самое ценное, что может быть. А в плохом смысле тому, что Бога нет. Вот в каком-то хрестоматийном понимании, скажем так. Меня не оставило ощущение таинственности все равно и загадочности бытия. Ну, потому что обклеивай, не обклеивай ты иконами все вокруг. Есть какая-то предопределенность трагическая. Для меня это, вот там наш волонтерский опыт, это еще история про то, насколько разнообразен мир людей. Мы же сталкивались не только с детьми, да, но и с их мамами. Да, которые... и с папами даже иногда. И даже иногда, если повезло, с папами. Да. И это были люди самые разные, самых разных взглядов. Я вообще не помню, каких они были взглядов. Мне, честно говоря, вообще наплевать было. Какие взгляды, когда твой ребенок воюет каждый день с болезнью, и он умрет или не умрет, ты не знаешь. Ты 50 на 50. Какая разница-то? За Советский Союз или против? НАТО или ТАТО? Какая разница? Мне кажется, еще с нами, как с народом, злую шутку играет, может, подсознательно, незаметно для нас, для всех. Это гигантская территория, конечно. Это огромная, бесконечная Россия, которая просто не успевает за миром. Огромная, неповоротливая, пустая, разрушенная. Какая-то обреченная, непрекаянная. Было бы хорошо, конечно, это как-то все поделить. Не в смысле разрушить. В смысле каким-то образом поделить эти территории так, чтобы человек, даже лежащий в луже говна, на раздолбанном перекрестке в металлургическом городе, в которых я бывал и видел это своими глазами, чтобы он не ощущал себя при этом великим и могучим, как эта страна, чтобы он не отождествлял себя с этими габаритами. Что такое русский народ, я сейчас не понимаю. Где он? Кто он? В чем его идентичность национальная? Может быть, нам-то надо было, чтобы война к нам тоже пришла, тогда бы мы поняли, кто такие русские. Такой ценой, что ли, только это обретается. Я помню, я ездил в Бурятию и там встречался с поклонниками творчества, то, что называется. И они мне так рассказывали про Чингисхана, как будто они каждый, блин, Чингисхан. А сидят люди неопрятные, неумытые, не тонкие. Но так рассказывают про Чингисхана, ну просто вот. Ну вот как будто каждый из них Чингисхан. И как будто вот эта территория, она является сама по себе, как будто она является для каждого индульгенцией просто вот за все. А почему? Да потому что мы самая большая страна в мире. И чё? 4 часа едешь по бездорожью. 4 часа, Кать, за 4 часа я не знаю, сколько стран можно проехать. Ты едешь и ничего. Пустота. Пустота и разруха. Ничего.
Что я, предатель, изменник? Вашу мать, я же правду говорю, то, что видел своими глазами. Она такая на самом деле. Не только такая, но и такая, конечно, тоже. Я вот честно тебе скажу, я к фильму «Левиафан» очень скептически относился. Потому что мне долгое время казалось, что... Ну, это очень конъюнктурное кино, что оно ориентировано на западного зрителя, который вот такой Россию воспринимает. Сейчас я должен признать, что я заблуждался. Оказывается, действительно безысходность и обреченность. Действительно. А за что ты любишь Россию? За тебя. За себя. За нас, за всех. Да ни за что. Просто это моя родина. Как и за что ты любишь себя? По-другому спрошу. Что ты любишь? Людей. Людей люблю. Тебя люблю. Муратова люблю. Чулпан люблю. Маму люблю. Детей люблю. Женщин люблю. И бывших, и всех. И будущих. И будущих. Люблю гулять. Люблю Питер. Очень люблю Питер. И эту безысходность тоже люблю. И обреченность эту тоже люблю. Потому что у меня другого нет ничего. И не будет. Не будет. Сколько я ездил по заграницам, сколько я всего этого смотрел, как мне все это нравилось. Прекрасный Амстердам, Венеция, мой любимый Рим. Вот, я бы прям вот в Риме лег бы там где-нибудь на этом самом, на ипподроме, и умер бы там. А потом возвращаюсь домой вот и плачу. Правда, плачу. И клянусь тебе, выхожу из самолета и плачу. И понимаю, что я вот это вот... Знаешь, ну ты всегда такой, приезжаешь за границу, вот ты такой, блин, вот тут бы я бы хотел жить. А потом возвращаешься домой и понимаешь, что нет. Нет. Если ты слышал, комик Турлан Сабуров на стендапе в Америке, когда его несколько раз спросили про ваши отношения к спецоперации, сказал, ну что вы, ребята, делаете, у меня семья, дети. Вот у тебя сейчас есть этот баланс, у меня дети, я не могу... Уже нет. Уже нет. Был такой момент. Был такой момент самооправдания, самоуспокоения. Ну, во-первых, я не такой популярный человек, у меня нету столько богатства. Я не богатый человек. Во-вторых, я, в принципе, никогда не был привязан к как бытовой роскоши какой-то. Никогда, в принципе. И в какой-то момент вот это ощущение, что я не могу молчать больше, оно перевесило все остальное. Я понимаю, осознаю все риски. Но... Я вижу будущее свое и понимаю, что в этом будущем я смогу быть сам с собой и с ними. Только если я буду говорить. И в России? В России, конечно. Я здесь родился, я русский человек, я русский патриот. Я столько сделал для русских людей, сколько... Нехорошо хвастаться, конечно, но приходится, блин, время такое, что нужно, понимаешь, свои добродетели вот на флаг вывешивать и доказывать, что ты не осел. Это очень неблагодарное дело, но, к сожалению, приходится. Ты свидетель, я 2 года ходил волонтером в больницу к детям каждый день. И каждому из них это было нужно. И мне это было нужно. И скольким людям я помог, просто там дав денег или переведя денег. И сейчас помогаю, продолжаю помогать. И я русский человек, я говорю по-русски, я часть русской культуры, русского мира. Куда я поеду? Даже если бы я мог. Я могу, но... Что я буду там делать, кому я буду там нужен. А самое главное, что там будут делать мои дети. И потом, почему я должен уезжать? Я не сделал ничего плохого. Я никого не предавал. Я просто говорю то, что думаю. Я такой же гражданин Российской Федерации, как и те люди, которые там призывают лишить гражданства тех, кто думает иначе. У тебя была главная роль в фильме, который я считаю антивоенным. Абсолютно, я тоже так считаю, а антивоенный. Люди его восприняли как очень сильно военный фильм «Девятая рота». И что Лютый, которого ты играешь, это вот символ там, нашей армии, непобедимый, такой отчаянный, героический. И забыли его или не забыли, это как-то уже замыливается. Хотя там история про то, как его забыли.
свои же войска. Более того, там в конце есть эпилог, когда он едет на БТР и говорит, что нас просто забыли на этой никому не нужной войне. Но мы свою войну выиграли, потому что я остался жив, и мы вот эту свою войну маленькую выиграли. Но ты понимаешь, искусство — это же дело такое. Это как с песней «Кукушка». Во-первых, каждый слышит то, что он хочет слышать здесь, сейчас, и видит тоже. Что вопрос другой. Человек это искренне видит и слышит, или он этим манипулирует? Искусство – это же просто отражение жизни, не более того. А дальше это становится инструментом. Слушай, ну я сейчас... это будет не очень корректный прием, но тем не менее. Я в декабре перечитывала «На Западном фронте без перемен». Я все время думала, в 28-м году была написана эта книжка. Как, блин, можно было через почти 10 лет устроить войну той же страной, гражданин, который написал вам эту книжку про вас, про целое поколение? Это мне очень понятно. Дальше. Если я правильно знаю, меня никто не обманул, то фильм «Девятая рота», премьера его состоялась у Путина. Путину показывали, да, этот фильм. Да. А ты был на этой премьере? Да. А. Ну, то есть, тем более, значит, ты еще и был свидетелем, значит, это мне не одна бабка сказала, а это все по-настоящему. Значит, он этот фильм увидел, он его, ну, как можно сказать, одобрил. И у этого фильма была огромная, огромная премьера на всю страну. Как можно было, посмотрев фильм «Девятая рота» про войну, которая захлебывается и пожирает молодых граждан своей страны, делая их инвалидами и физически, и морально, как можно было пойти снова на это? Я еще тогда стал заподозривать, что что-то тут неладно. Потому что мы просидели и проговорили с ним после этого почти целый час. Что у меня осталось в памяти? Самых два ярких впечатления. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это какие-то были спецпарфюмерные войска явно работали. Потому что такое ощущение, что... вы зря смеетесь. Просто вы перестали. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Потому что у меня это вызвало... Уж на что я был независимый и самодостаточный тогда уж совсем. У меня это вызвало чувство какого-то просто... абсолютно какого-то инстинктивного подобострастия. Я клянусь тебе, я никогда в жизни не ощущал такого запаха, не нюхал больше никогда. Это было вот так. Мне кажется, что тут не бывает мелочей. Это же все спецоперация. Да перестань. Все. Ну вот это так и есть. Это так и есть. К сожалению. Парфюм спецоперации. Да. Да, а что ты смеешься, тут не бывает мелочей. Ладно, хорошо. А второе, что мы проговорили почти час, причем разговаривал в основном только я с ним, потому что все остальные только как-то на меня так косо, либо косо смотрели, либо шукали, типа так. А мне было искренне интересно, ну, я человек, он человек. Что-то про Афганистан разговорились, и что-то он стал про то, что американцам выгоден этот наркотрафик, потому что что-то... И очень убедительно это звучало все, очень убедительно. Он, безусловно, человек обаятельный, очень. Был тогда, по крайней мере, и харизматичный. Конечно, он владеет приемами манипуляции, безусловно и виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя, о чем мы говорили. Я понял, что я не помню ни одного слова, Кать. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то, просто серый туман. Нормально в этом кино обсудили? Я думаю, что так происходит большинство разговоров, если только, это мое предположение, если только у него нет желания, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать. Это все спецприемы. Спецоперативник. Ну, слушай, он же хотел посмотреть этот фильм, он его посмотрел. Он же не то, что пришел. А что ты взяла, что он хотел? Кто тебе сказал, да что он хотел? Кто же может его заставить? Заставить? Нет, но есть же какие-то там политтехнологии, там PR, HR, как это сейчас называется. То есть ему приходят и говорят, вот, пожалуйста, на выбор. Вы должны там два или три раза в год где-то побывать на каких-то премьерах. Это же политтехнологии, если я правильно понимаю, это так работает. Ты меня так спрашиваешь, как будто у него в администрации работал, я не знаю. Так отвечу на твой вопрос, как можно было? Да. Я думаю, что тут надо опять начать издалека и копнуть. Ну, я могу только на свой опыт опираться. Опять же, возвращаюсь в свое детство. Моя бабушка и дедушка
совершенно фанатично. Они были верующими людьми. Просто разница. Ну, кто-то вот фанатично верующий там. Иисусе, а это какие бабушки, кто-то... которые за Сталина? Папа, которые... Да, за Сталина. Ну, сталинисты. То есть они были за Сталина и верующими людьми? Ну, послушай, людьми. Сталин был Иисус, пришел Сталин. Как бы просто сменилась картинка, суть осталась та же самая. И это была чисто настоящая вера. Это то, над чем нельзя смеяться. Это то, что нужно уважать. Если ты хочешь, чтобы уважали твои чувства. Какие бы они ни были. И я помню, что вообще общее их состояние было... Это были непрерывные. Они настолько не принимали это время, новое время. Для них это была катастрофа. Крушение Советского Союза для них было катастрофой. Экзистенциально у них отобрали родину. Отобрали все, что у них было. Кать, это действительно так, это не шутки. Я это чувствовал и по нашим разговорам, и по тому, как они относились к происходящему после. То есть они были типичные абсолютно вот представители вот этого нового мира. Того вот советского нового мира, у которых в одну секунду, не спросив их, у них отобрали просто родину. И дедушка как мантру повторял, а дедушку я любил больше всех на свете, потому что он любил больше всех. Он любил меня по-настоящему. И он был очень хороший человек, правда хороший. Очень умный человек. Он работал в отделе надежности, то ли РКК «Энергия», то ли еще чего-то. Через него проходили ракетные двигатели. Без его подписи двигатель не отправлялся на ракету. Он играл в спортлото и высчитывал, сидел математически, какие комбинации сработают. Иногда что-то выигрывал. У него был порядок на столе. У него был портрет Сталина обязательно и Ленина. Он был верующий человек, очень умный человек, очень глубокий человек, очень артистичный человек. Он был настоящий человек. И бабушка, которая была невероятно красивой еврейской женщиной, невероятно красивой. Я смотрел, даже думал, а у дедушки еще была глаукома, у него один глаз не видел, потом у него еще здесь какой-то зоб. В общем, когда я его уже видел, он уже был очень некрасивый человек. Ну, в смысле, внешне, чисто эстетически. Ну, я еще смотрел, думал, как она и он. Но он был невероятно обаятельный человек. Супер классно пел. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин». И первый маршал там менялось. То первый маршал, то Рокоссовский. Я уж потом понял, почему. Когда стал разбираться, когда вырос, мне нужно было разобраться, где правда-то, где, что, what the fuck, почему. Этих людей я люблю, и этих людей я люблю. Это моя семья, и там, но они на разных планетах. В одном мире живут, а голова на разных планетах. Так вот, у них отобрали родину. Просто отобрали. Но ведь гражданин Путин, он же житель этой же самой страны был. И я так понимаю, что он тоже сам не, еще больше жертва пропаганды, потому что я так понимаю, что, собственно, его профессия была в том, чтобы искать врагов вот этой великой родины, в которую он, я думаю, что тоже верил. Потом еще и уважать перестали. И вообще, какого черта? Почему меня отобрали? А дедушка мне говорил, я не умру, пока не снова не вернется коммунизм. Я говорил, дедушка, ну пусть тогда коммунизм не наступит никогда. Я думаю, что причины нужно искать. Это очень личные причины. Это месть. Модное слово сейчас, ресентимент. Я думаю, что это действительно так. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь – это спецоперация. То есть говорить одно, думать другое, делать третье. Это работа такая. И, наверное, такая работа тоже нужна. Но просто мне кажется, что профессия президента все-таки предполагает поиск друзей. А профессия офицера КГБ все-таки предполагает поиск врагов. И, может быть, он даже и хотел бы, черт его знает. Так вот я помечтаю за него. Неблагодарное это дело. Может, он и хотел бы по-другому. А не может. Потому что идеи управляют им, а не он идеями. Плюс, конечно,
отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля. Потому что спецоперация – это суть природы человеческой, вот этой. И вот если бы я играл такого человека, я бы где-то там бы искал. Где-то там бы искал, где-то вот в этом, где-то в этом круге. Это же азарт. В этой игре «Найди врага» есть определенное удовольствие. В этой игре «Под прикрытием» есть определенное удовольствие. В этой игре манипулятивной есть определенное удовольствие. Ведь люди не делают то, чего им не приносит удовольствия. Плюс это, конечно, жажда мести и попытки вот такой реинкарнации, да, в надежде, что сейчас мы откопаем труп, а он будет живой и красивым. Просто ручки-ножки приделаем обратно, и он снова вот запляшет, запоет. Об изоляции и о культуре. Вот история про эту отмену условной русской культуры, насколько она тебе кажется болезненной, и насколько это все всерьез? Ты знаешь, может быть, это прозвучит слишком самонадеянно, и это слишком хладнокровно, но это точно не навсегда. И уж я почти уверен, что это ненадолго. Ну, чего далеко ходить? Вспомним на фашистскую Германию. И у меня долго был рефлекс, что я слышал немецкую речь, и мне прям, ух, ну, где-то глубоко. Это вражеский язык, да. Ну, и где сейчас Германия, и где ее культура? Куда она куда-то делась? Куда-то делся Гёте или Гесса, не знаю, там, Шиллер. Куда-то делся наш великий, вот жалко, он нету его, он бы нам все объяснил, из каких яиц все это выросло. Зигмунд Фрейд. Никуда он не делся. Все на месте. Просто понимаешь, когда у человека открытый перелом ноги, гладить его по косточке и говорить, все пройдет и заживет, отойди, как бы. Не можешь помочь, отойди. Не мешай. Должны рано зарасти, а потом все понятно будет. Не русская культура никуда не денется, не русский язык. Не... Это будет очень долго все кровоточить, это будет страшная рана. Я еще думал о том, что вот эти дети, которые лишились родителей, они же вырастут. Эта проблема прощения, она совершенно другого масштаба и важности, чем культура, мне кажется. И первостепенности, может быть, даже. Да мне кажется, все это взаимосвязано. В этом ключевая ошибка у тех, мне кажется, кто сейчас наделен полномочиями принимать решения с этой стороны, со стороны России. У них порваны совершенно причинно-следственные связи, просто нарушены. Их не поступает сигнал о том, что за каждым поступком следует следствие этого поступка. За каждым. Но смотри, коллективная вина, как и коллективная правота, да, это две стороны одной медали. По большому счету, она существует только вот в, как это можно говорить, в культурном нарративе. Она, мне кажется, в диалогах между людьми. Все эти противоречия, они довольно быстро преодолимы, как только люди понимают, там, кто где был, кто что делал, кто что потерял и кто как на это реагирует. То, что вот я, например, никакой вины не чувствую. Я чувствую ответственность за то, что происходит. Я... Стыд? Мне стыдно за тех, кому не стыдно. Я так тебе скажу. То, что я должен был делать, я делал. Другое дело, хорошо или плохо, это уже не мне судить и не об этом речь. Мне лично, мне, Артуру Смолянинову, нечего стыдиться. Я не вводил войска, не выступал с экрана телевизоров. Я голосовал один раз в жизни за «Яблоко». И тоже я... Ну, а больше не за кого было. Мне нужно было этот закрыть для себя, этот пробел. Я пошел. И что? Что-то изменилось? Нет. Я не совершал никаких поступков, связанных с нынешними событиями, которых мне стоило бы стыдиться. Все-таки ответственность лежит на тех людях, которые принимают решения непосредственно. Дальше, безусловно, есть социальная пирамида. И отвечают те, кто принимает решения. На них большая часть ответственности.
Конечно, и нам будет прилетать, и мне будет прилетать при встречах каких-то. Наверняка. Но я к этому готов, мне есть что ответить. И мне есть чем сочувствовать. Я представляю себе, что если бы вот на мою землю война пришла, пришли бы вот какие-то люди. Просто ни с чего. Пришли и стали бы убивать всех. Ну, тем более эти люди, соседи. Братья. Окей, не нравится вам слово «братья», хорошо. Мы очень близкие народы. Но я не знаю, как... пример привести. Ну, господи, как береза и ель. Но мы в одном лесу. В одном. И никуда из этого леса мы не денемся. Никуда. И я представляю, что вот с их точки зрения, особенно после того, как с севера ушли российские войска, после того, что там обнаружилось и вскрылось, нам бы вообще не пиздеть бы, а помалкивать. Ты понимаешь, вот нельзя сравнивать, отождествлять нельзя, сравнивать нельзя. Ну, параллели напрашиваются сами собой. Когда немцы напали на Советский Союз, пошла волна в обратную сторону. Потом. Потом. Сначала напали они, а потом мы пошли обратно. И дошли до Берлина. А здесь так не будет. Хотя я понимаю, что мне бы очень хотелось все вернуть. Все вернуть. Все вернуть. Каждую каплю, каждую. Потом, конечно, эмоции проходят. Боль останется, и шрамы останутся, но эмоции пройдут. И как-то будем договариваться. Но это будет уже совсем другая позиция. Это будет разговор жертвы и палача. Только выжившей жертвы. И это будет такой очень, очень неприятный разговор. Очень. И он будет... Что бы сейчас, кому бы не затыкали рты, кого бы не заправляли под матрасы, куда бы не запихивали всю эту грязь, всю эту кровь, все эти дыры, все эти грады, все эти кассетные бомбы, куда бы их сейчас не засовывали, это будет. Будет. И мне вот очень хочется, чтобы они все дожили до момента, когда бы они увидели, что их уже нет, как я имею в виду, как там политических фигур, а Россия осталась. Осталась, ребята, видите, она осталась. И вас нет, а она осталась. Мне очень хочется, чтобы они дожили до этого момента. Много друзей ты потерял вот со своими взглядами? Твой крестный папа Иван Охлобыстин. Мы перестали общаться сильно задолго. Заранее? Нет, помимо всего прочего, мне тут повезло, потому что я, в принципе, нелюдимый человек. И спокойно обхожусь в одиночестве. У меня, в принципе, немного друзей. Никогда много друзей не было. И, в принципе, их много не бывает. Поэтому нет, я никого не потерял. Скажем так, у меня нету знакомых, которые используют латинские буквы перемешку с русскими. Но у меня есть знакомые, которые говорят, все не так однозначно. Все не так однозначно. А вот почему они? А вот им можно, значит? Ну, вот это вот все, что мы слышим из телевизора. И это тоже стокгольмский синдром, да, потому что очень сложно сопротивляться этому давлению. Особенно, когда ты зависим от государства, а от государства зависит все сейчас. Слушай, а ты же сыграл еще одного лютого. Когда? В Калашникове. А, господи. А как ты согласился? Поверил. Пришел к режиссеру, говорю, плохо написано. Надо переделывать. Переделаем. Ну, как бы обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Чего тут? Работа нужна была, деньги, семья. Я не святой отнюдь, я совершал ошибки подобного рода. Если это нужно вменить мне в вину там за что-то, пожалуйста. Ну, я не считаю это преступлением. В конце концов, ты понимаешь, если бы был этот фильм, но не было бы того, о чем мы сейчас говорим и почему мы здесь. Ну, был и был.
Что ты думаешь, в Советском Союзе не было говёного кино, и что наши артисты, даже великие артисты, а я уж отнюдь не великий артист, мягко говоря, что ты думаешь, они плохих ролей не играли? Играли. Я их видел. И вот еще о чем думал, о том, что мое поколение – это последнее поколение, которое застало и до, и после. Я имею в виду Советский Союз. То есть я еще помню, я родился в 83-м году, Советского Союза не стало... В 91-м. То есть, когда я не стал Советского Союза, мне было уже 8 лет. То есть я чего-то уже соображал. Я помню очереди 4-часовые с мамой за сосисками. Помню, как нам их не досталось. Прямо перед нами они закончились, и она пошла в магазин устраивать скандал директору магазина в подсобку. И он ее вытащил из огромного холодильника, который был забит этими сосисками. Видимо, своими. Он перепродавал их куда-то. Вытащил и отгрузил там. Потому что она плакала, кричала. Она может вообще. Ты знаешь мою маму. Она никогда в жизни не производит впечатление такого человека. Но когда вот жизнь припрет, она... Ну что, у нее трое детей на руках. Вот тогда я был один. Она кричала, зная, как будет. Нет, просто она всегда за детей готова была и убить кого угодно, и умереть сама. Это действительно так. Я много же портачил по детству, по отрочеству. Всегда была за меня, всегда. Я это помню. Я помню эти пустые полки, помню этот березовый сок, помню эти очереди за сигаретами. Суточные. На Киевском вокзале больше нигде нельзя было купить. И я помню, что ну, вот моя мама была абсолютно аполитично, апатично аполитичным человеком. Потому что все они были поколением людей, которых приучили за многие десятилетия не лезть в политику. Политика – это что-то фу. Для интеллигентного человека политика – это ну как-то... Мы выше этого. Или нам просто неинтересно. И мы, мое поколение, это поколение первое, вот глотнувшее, по сути дела, вот этой вот настоящей такой вот этой стихийной, абсолютно безумной, кровавой свободы. И очень не хотелось в это лезть. Хотелось, чтобы это не кончалось. А вот это переданное по наследству... Я исключительно о себе говорю. Нежелание в это лезть, потому что это бессмысленно. Оно, видимо, тоже сохранилось и сыграло роль свою. Во мне, во всяком случае. Я просто ждал, когда это пройдет. Просто пройдет, как страшный сон какой-то. Ну, как бы, ну, это же какой-то бред такой, уж не может быть. И потом я стал думать, а почему? Почему всем? Почему так все в это верят? Не все, но почему такое большое количество людей к этому подключается с готовностью? Почему так все в это верят? Почему никто не хочет видеть каких-то простых и реальных вещей? Почему? И у меня ответ такой. Кто-то и где-то, и почему-то пропустил момент, когда нужно было заняться просвещением. Реальным просвещением о том, как это было все на самом деле. На какой на самом деле лжи и крови построена была Советская империя. И все, что с ней связано. Крупицы правды, а все остальное гигантский вселенский миф. Миф. Слушай, ну кажется, в 90-е как раз-таки этой правды было выше крыши. Но людям было немножко не до этого. Ну вот. Люди занимались выживанием, потому что сначала хлеб, потом зрелище, а потом просвещение. А получилось сначала хлеб, потом зрелище, а потом ипотека. Получилось сначала хлеб, потом зрелище, а потом опять только хлеб. А может, и хлеба скоро не будет. Вообще, про каждого из нас, чтобы понять, кто ты, да, нужно понять, из чего ты состоишь. Mm-hmm. Я правильно понимаю, что один из важнейших людей в твоей жизни – это Приемухов? Безусловно, воспоминания о нем и мысли вызывают во мне бесконечную теплоту и любовь. Но я не могу сказать, что он на меня, как на человека, сильно повлиял, потому что
Он нас любил, и он с нами возился, но он вообще человек был довольно замкнутый. И он был довольно нелюдимый человек. И я не могу сказать, что он нам много вот как по-человечески времени посвятил. То есть что-то я, конечно, от него взял. В смысле кинематографическом, там, карьерном, конечно, да. Но в смысле именно вот каком-то житейском, я бы не сказал, что один из прям вот важнейших. Не сказал бы. Были в моей жизни люди, никому не известные, кроме меня, которые гораздо больше роли в ней сыграли именно в личностном смысле. Ты понимаешь, что я имею в виду? Да, да. Странно, потому что мне казалось, что то, как ты попал бы в эту картину, и то, что потом было, это какой-то очень важный перелом. Да, безусловно. Говорю тебе, как есть. Случился перелом, но, может быть, это самонадеянно прозвучит, слишком самонадеянно, но он бы все равно случился. Хотя, черт его знает, я много читал и музыкой занимался, не только. Там по палаткам шастал и там дрался. До того, как ты попал в кино, из скольких школ тебя поперли? Из 6. Поперли, я сам ушел. А что с тобой было не так? С точки зрения педагогической, со мной все было не так. Я слишком много внимания к себе привлекал. Мне просто мешал вести урок. Первая запись в моем дневнике была: пришел в школу без носков, мешал вести урок. Это был 6-й день моей учебы. Пришел в школу без носков, потому что мам будить не хотел, а носки найти не мог. Поэтому надел модельные ботиночки на босу ногу. Пока дошел до школы, ногу дико натер. И весь урок показывал всем, как я натер пятки. Я пришел босиком. Поэтому, ну как, я слишком много меня было. Уставали от меня люди. То есть сначала очень влюблялись, а потом очень быстро уставали. Слишком много энергии. Внимания к себе очень хотел, любил, требовал. Мама тебя пыталась как-то вернуть в лоно нормальности? Это не мамина работа. Это все-таки папина дело. Мне кажется, я сейчас уж как отец могу это сказать. Что мама должна любить, защищать. Моя мама в этом смысле идеальная мама была. То есть она, когда ее вызывали в школу, там очередной раз и говорили: заберите его, пожалуйста, хотя бы на 3 дня, дайте нам отдохнуть. И что-то ей говорили, какое плохое. Она говорила: ну, понимаешь, что это мой сын, я все буду за него. Главное, что мне дала мама, это ощущение свободы и довольно раннее осознание себя как личности, полноценной и независимой ни от кого, кроме той силы, которая меня создала, как и всех нас. Что ты хочешь дать своим детям? Я хочу им дать как раз то, чего не дали мне. Я хочу им дать трудоспособность. И понимание того, что ничего в этой жизни не дается просто так. Потому что мне слишком легко все давалось, слишком мне везло, я вообще везучий. Такой баловень судьбы, знаешь, можно так сказать. И со мной это потом в зрелом возрасте целую шутку сыграло, когда это перестало работать. Я вдруг понял, что у меня совершенно нет навыка вот трудиться и добиваться чего-то. Но я из себя его вытащил, потому что он где-то во мне был. Потому что я спортивный человек, а спорт предполагает преодоление себя перманентное. Вот. Но мне это очень тяжело далось. Именно потому, что у меня не было папы. У меня был отчим, который очень много мне дал в смысле именно развития, образования, в смысле просвещения. С которым у меня никогда не было отношений, как вот с отцом, которому есть до тебя дело. Который говорит: так делать нельзя, так делать нельзя. И мама говорит: я тебя люблю, а папа под затыльник может отвесить и сказать: иди сюда. Давай поговорим. Послушай меня. Вот те, кто меня знает, не дадут мне соврать, мне это удается, к счастью, сейчас. То есть даже несмотря на то, что вы не вместе, ну, конечно, с семьей, тебе... Конечно. Нет, ну, послушай, люди встречаются, люди расходятся, а дети тут при чем? Я очень много времени с детьми провожу. Я хороший папа, правда, не преувеличиваю. Я знаю, что я должен дать детям, я им отдаю. Без скидок. Себе, в первую очередь. То есть бывает, что ты просыпаешься и такой: не поеду. Нет, поедешь. Встанешь и поедешь. Потому что должен. Ты несколько лет назад ушел из «Современника». Почему? Я исчерпал себя там. В этот момент появились разные слухи. Одни говорили, что ты бухаешь, и поэтому ты ушел, значит, ты не можешь совмещать одно с другим. Другие говорили, что ты... Ну, сейчас ты будешь опровергать тут все. Другие говорили, что
ты исчерпал себя в профессии и не знаешь, что тебе делать. Третьи говорили, что ты не хочешь быть артистом, а хочешь быть музыкантом. Где правда? Бухал, не хочешь быть артистом, хочешь быть музыкантом. Три дороги. Везде понемножку, за исключением того, что бухал. Не бухал, никаких запоев клинических не было. Я вообще не люблю просто физически чисто эти состояния, поэтому у меня в этом смысле с самоконтролем все более-менее. И я исчерпал себя в этой фазе жизни, скажем так, на этом этапе. А плюс мне кажется, что как только театр становится конъюнктурным и согласным, он тут же перестает быть театром, а становится муниципальным учреждением культуры, что-то там, города Москвы. Московский театр или не московский, или такой-то, и такой-то. Вообще театр – это же живое существо, и у него тоже есть срок жизни свой. Вот все, что после этого – это уже такая в большей меньшей степени имитация. Я застал, скажем так, как конец эпохи, а в какой-то момент, не могу сказать, что стал придворным театром, нет, так нельзя сказать, но все было очень спокойно. В театре не может быть спокойно. Если вспомнить, как возникал «Современник», да, он возникал вопреки. Как возникал Московский художественный театр. Он возникал вопреки. Как возникал Мирхольд. Всегда как ответ на что-то, что себя изжило. На что-то, с чем-то не согласен. Театр – это форма протеста тоже и несогласия. Настоящий театр живой – это всегда такая юродивость некоторая. У тебя ничего нет, и поэтому ты можешь правду говорить. А когда у тебя все есть, тебе есть что терять, ты будешь сам себя цензурировать. Ну, это просто размышление. Если говорить лично обо мне, ты просто исчерпал себя на этом этапе жизни. Вот и все. И понял, что надо уходить, просто идти дальше. Чтобы не потерять себя, не стать согласным тоже. Не с чем-то конкретно, а вот не впасть в это состояние. Сытости. Сытости, да, успокоенности, довольности. А что делать? Встал вопрос. Что делать? Ну, есть кино, хорошо. Но кино все равно это в большей степени работа. Это entertainment. И не всегда вызывает там это чувство удовлетворения уже такого, чисто творческого. Буду писать, сочинять. У тебя есть первый альбом. Даже если это в легкую. Даже если в одно легкое, все равно не станем блеклыми. Мы свет. Да, есть первый альбом, но сейчас об этом говорить, честно, как-то я даже думать об этом перестал. Он дорог, конечно, и ценен для меня, и там есть какие-то хорошие, безусловно, ценные вещи, очень живые. Но он такой очень, сейчас я уже понимаю, что он такой очень подростковый. Вообще много уже написано альбомов на 6. Ну, сейчас даже думать об этом не могу, если честно. То есть я продолжаю что-то делать для себя просто, то, что нужно делать. Не застывать просто, не превращаться в застывшую форму, типа вот этой картинки. Мне никого не напоминает? Я ничего не говорил. Я причем многим людям его давал послушать, и в основном очень такие положительные отзывы. От разных людей, самых серьезных. Все говорили «да-да-да», а потом по разным причинам почему-то сливались, так или иначе. Никого не испытываю по этому поводу. Я, к сожалению, я им благодарен всем за то, что они время потратили, послушали. И ценный совет давали. Последняя моя надежда – человек, который мне пообещал, что он довольно известный продюсер «Дня русского рока», который сказал «да-да-да, да-да-да, вот это исправим, это сделаем». Он из мира русского рока человек, он заболел ковидом, пропал, потом 24 февраля наступил. И ты написал песню на украинском языке?
Нет, это не моя песня. Это песня Вакарчука. Я увидел, ну вот в общем потоке, увидел, как два близнеца украинских парня из Киевской Теробороны, я так понимаю, поют эту песню, играют очень красиво, играют на две гитары. Песня потрясающая. Но это было до Бочи. Я записал ее и отправил Диме Муратову. Я спрашиваю его, как ты думаешь, это посадят? Он пишет, не посадят, но типа жизнь испортят. Но я готов типа опубликовать хоть сегодня у себя там на платформах. Я говорю, хорошо, дай мне время, я подумаю. И я все взвесил, через дня через три я ему отправил. Написал, говорю, выкладывай. Он говорит, вот прям постараюсь сегодня. А через три часа они остановились. Ну, это судьба, и все вовремя происходит. А потом я написал тебе с вопросом, не выложишь ли ты ее где-нибудь. А ты мне сказала, а что песня, давай поговорим. То есть получается, что до какого-то момента у тебя была надежда, что вот этими какими-то культурными, не знаю, флюидами что-то можно хотя бы починить? У меня не было надежды, что можно что-то починить, абсолютно. Нет, нет, это просто порыв души, это не рассудочный абсолютно поступок. Это вот я увидел... Понял, что я должен им ответить. Просто, что они не одни, и что... Держитесь. Ну, сейчас уже... Вот, честно, я бы на их месте уж бы не вел бы никакие переговоры. Я понимаю, с другой стороны, но это я. И мне легко говорить, я не несу ответственности там за... миллионы людей. Надо что-то делать. Им что-то надо делать, ну, в смысле, что наших людей никто не жалеет. Они потеряют столько людей, но уже я думаю, что все. Они будут как-то вести, конечно, эти переговоры. Каким местом принимать решение, какой частью своей души. Ну, то есть, понимаешь, есть же вариант. Сказать, блядь, забирайте вот это и вот это, и вот это, только остановитесь. Остановитесь. А потом уже все остальное. Потом. Потому что это же не навсегда. Отдельная история про то, что там и русские ведь гибнут. Эти дети. Дети. Я тут подумал, что они родились при Путине и умерли при нем. И ради него. Мальчики вот 2000 года рождения, 2001, 2002, они родились и погибли. Непонятно за что, при одном и том же человеке. За его хотелки. Потому что он может, а кто остановит? И поэтому эти призывы выходить на улицу, ну, я понимаю их эмоционально. Очень хорошо понимаю. Но и объяснить невозможно, что это не остановит войну. Это может прибавить человеку самоуважение. Это может его примирить с самим собой, каждому конкретному. Но это уже не остановит. А что остановит? Я бы хотел сказать, что добрая воля, но эта воля не такая недобрая. Помнишь, как Башлачев пел «Усатый ура, чужой недоброй воли» вертела бот Петра, как белку в колесе. Искали ветер Невского да в Елисейском поле и привыкали звать фонтанкой Енисей. Какое-то истощение ресурсов, я думаю, это может остановить сейчас уже. Потому что они же не бесконечны ни с той стороны, ни с другой. Возникнут проблемы с внутренней повесткой. Но не потому, что люди вышли протестовать против этой бойни, а потому, что людям жрать нечего. Жрать нечего. И работать негде. На что ты сейчас собираешься жить? Ну... У меня есть какие-то пока заработанные деньги. Я думаю, что их
какое-то непродолжительное время хватит, потом не знаю. Но я знаю, что я не пропаду. У меня есть друзья, у меня есть я. Я с головой парень и с руками. Понятно, что это будет выживание, но, значит, будет так, придумаю что-нибудь, придумаю. А может быть и... кто-то и не испугается и возьмет меня на работу. Не знаю, возьму гитару в переход, пойду. Не знаю, придумаю что-нибудь, жизнь приведет сама. Ты понимаешь, все происходит вовремя. Все происходит в свое время. У каждого. Милосердие или справедливость, Артур? Мне кажется, одно с другим связано напрямую. Контекст. Вот прямо сейчас для тебя, внутри тебя, милосердие или справедливость? И то, и другое. Родина или истина? Для меня Родина – это и есть истина. Где мы с тобой вот так же сядем через год? Фу, сядем, сказала, нехорошо. Где мы с тобой увидимся через год, если не сядем? Ну, если сядем, там увидимся. Мне хотелось бы помечтать немножко, и давай мы увидимся у меня на концерте. О, давай. Все, ты меня зовешь на концерт в апреле 23-го года. Давай, хорошо. Договорились. После он летит и возле снова день, ночь, сны без снов, а помнишь, он идет, ты тонешь, время, время, время.